Добрый день! В данном видео мы представляем вам этикетировщик модели AE2. Как вы видите, мы его доработали. Увеличили базу для того, чтобы можно было на всем периметре попадать принтером в этикетку. Этикетка очень тяжелая, пришлось доработать платформу для того, чтобы не было заваливания. Из-за длины этикетки пришлось ставить щетки. Ну и как видите, сама баночка, сейчас здесь порошок. Так, по большому счету, конечно, без разницы, что тут будет. Хоть капсулы, хоть таблетки. Нам без разницы, все равно машинка все сделает. Прошу, сейчас вам продемонстрирую, как сама машина наклеивает этикетку. Спасибо за внимание. Всего доброго. И до свидания.